Во многих районах республики сохраняется напряженная ситуация по гриппу и ОРВИ. Еженедельный мониторинг показывает высокий уровень заболеваемости в трех районах и в Якутске. Ну а информацию, которая пересылается в соцсетях о случаях смерти от гриппа в Усть-Алданском улусе, в Минздраве республики опровергли. В эти дни в некоторых школах столицы и районах республики объявлен карантин. Учебный процесс приостановлен в целях предупреждения дальнейшего распространения острых вирусных респираторных инфекций. В настоящее время в отделении воздушно-капельных инфекций находится очень много детей с респираторными вирусными инфекциями. Они поступают ежедневно. Сейчас на 74 койках находится 98 детей. То есть отделение перегружено. Но создаются дополнительные койко-места. Мы принимаем практически всех детей, которые находятся в состоянии средней тяжести. По обращаемости тоже уровень не спадает. Обращаются дети с респираторными вирусными инфекциями, бронхитами, лор-инфекциями и патологии дыхательных путей.